5 декабря на территории Хасавюртовского автовокзала был проведен профилактический рейд с участием сотрудников правоохранительных органов, врача-нарколога Центральной городской больницы Рамазана Абдурашидова, директора ООО «Автовокзал» Муслима Магомед Алиева и ответственного секретаря Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации Муратхана Кандаурова. Инспектор ГИБДД МВД России по городу Хасавюрт Абдунасыр Тапиев дал комментарий по данному поводу. Проводятся массовые проверки водителей на предмет употребления данных наркотических веществ. И врачом-наркологом проводятся исследования, и также проводится проверка технического состояния пассажирского транспорта, так как это влияет на безопасность пассажиров, и также проверка техсостояния – это одно из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому просьба и требования водителям, которые управляют транспортными средствами, которые перевозят пассажиров, чтобы они следили техсостоянием и также, конечно, управляли транспортными средствами в трезвом состоянии, не употребляли наркотических, ни алкогольных средств. Поэтому такие мероприятия будут у нас и дальше проводиться. Сегодня, в данный момент, проводится плановая проверка. В ходе рейда проверялись водители общественного транспорта, в частности маршрутного такси, на предмет потребления наркотических средств. Рейдовое мероприятие было проведено в соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации муниципального образования город Хасавюрт. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».